Получается, что аксель неудачно исполнен. Таким образом, можно понять, почему такие баллы. Бритни Симпсон, Натан Миллер из Соединенных Штатов Америки. Ученики Далилы Сеппенфилд. Азиатская смесь. Так называется их короткая программа. Бритни Симпсон, Натан Миллер. Неудача постигла спортсменов на двойном акселе. Бритни Симпсон, Натан Миллер. А так очень даже в стиле, как вы видите, от выхода, от стартовой позиции до поклона. Все у них в этой программе подчинено теме, что подкупает, безусловно. С акселем они уже не в первый раз ошибаются, но зато у них сейчас был чистый выброс, в отличие от первого старта в их в сезоне. Ну и все остальное у них неплохо получается, включая дорожку шагов, за которую они получают обычно неплохие уровни. Слабенький прыжок получился совсем. Ну, красиво, согласитесь. Далила Сеппенфилд ставила им эту программу вместе с Сюзанной Швед. Синьсон,
Я думаю, что не обошлось без того, что ребята сами, наверное, поучаствовали в этом процессе и были увлечены. Такие темы просто так не рождаются. 44-48, они на втором месте. В принципе, по сравнению с их предыдущими результатами.